Дорогие друзья, в 2017 году самым важным и самым главным символом будет дракон. Вы знаете, тот, кто будет носить с собой дракончика, всегда будет под защитой и с успехом. У дракона очень благоприятные звезды, и это все-таки тайный друг петуха. Конечно, вы можете поставить такого дракона на стол. Он с красивым, очень шикарным хрустальным шаром. Вы можете поставить золотую фигурку дракона на стол. Можете носить браслет с серебряным дракончиком. Это тоже будет работать и очень хорошо будет включать удачу. Дракон, еще раз повторю, полезен всем, каждому знаку. Каждый должен иметь дракончика при себе. Особенно змейки, особенно быки, особенно петушки. Для вас это вообще самый главный символ года. Берите у него удачу, заряжайтесь его процветанием, и 17-й год пройдет для вас просто великолепно.